надо обязательно тренировать не только память, а вообще читать много. Вот мозги тренировать, чтобы не было вот этих болезней всяких. Типа Альцгеймер и так далее. А что читать? Телевизор, новости, кино. А читать что? Я никогда не смотрю. Сейчас уже куда не хватает. У меня даже и не было телевизора. Такая... Так у Натальи есть, она его не смотрит. Я тоже, я вообще никогда не смотрю. Бывает только вот через это. Еще плакал, не хотела жить.